18 ноября на подземной парковке в Заречье был обнаружен труп 45-летнего уроженца Молдовы со множественными ножевыми ранениями. Было установлено, что мужчина собирался продать свою иномарку и назначил здесь встречу потенциальному покупателю. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в убийстве быстро задержали. Он начал задирно обращаться ко мне. Я из-за тебя начал из Москвы сюда перся, показывать машину, ты кредит какой-то начинаешь. Начал матом там лезть руками на меня. И все, я достал нож и нес несколько ударов. В ходе розыска четко сработала и полиция, и Одинцовский следственный отдел. В результате следственных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан уроженец города Москвы на 1994 года рождения, в отношении которого в настоящее время Одинцовским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Другое убийство произошло 14 ноября в одном из торговых центров Кубинки. Здесь с ножевыми ранениями был обнаружен труп 40-летнего охранника. Убийца в этом случае также был задержан по горячим следам. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по горячим следам сотрудниками Межмуниципального управления МВД России Одинцовская установлена причастность к совершению данного преступления 33-летнего гражданина Республики Армения. Данный гражданин задержан и на допросе в качестве подозреваемого дал признательные показания. Он начинает рассказывать тебе, тут у меня девушка армянка, начинает там так рассказывает, как занимается сексом, что к чему, мне интересно стало. Я говорю, а где она живет? Да тут живет, хочешь фотки покажу? Показывает фотки моей жены. В отношении второго подозреваемого также выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.